На минувшей неделе состоялось очередное заседание Совета женщин города после периода летних отпусков, где был рассмотрен план работы на сентябрь-ноябрь текущего года. Новочебоксарск 21 сентября отметит свой 53-й день рождения. К этой дате в городе пройдет множество мероприятий. Женсовет совместно с общественной организацией «Органическое земледелие» проведет на площади перед Центром развития творчества детей и юношества выставку «Дары осени». В программе также будут выступления творческих коллективов женских клубов города. В микрорайонах пройдут встречи, выставки, концерты с участием женских клубов. Также членами женсовета был рассмотрен ряд обращений Чувашского республиканского совета женщин. Одно из них касалось проведения городского этапа республиканского фестиваля «Вославим женщину». В Новочебоксарске он объединит два события – традиционный фестиваль женских клубов и отборочный тур республиканского фестиваля. Пройдет он 31 октября в концертном зале детской музыкальной школы.